Меня зовут Игорь Терешков, я документальный фотограф, художник. Мне абсолютно непонятно, что происходит в Кремле. Внутренняя кухня, все это богадельни, что там творится наверху. Я буду пытаться с этим взаимодействовать, с этой реальностью. Всем известно, что происходит сейчас в мире и что делает Россия. Как бы мы это ни называли, как бы мы к этому ни относились, но мясорубка и фарш — это то, что там происходит. Я хочу это воспроизвести на красной точке. Просто небольшие скетчи, но красные закрылись с мавзолеями хотя бы с этой части. Ну, зарисовки просто карандаш. Хорошо. А будьте добры, ваш любимый. Конечно, конечно, не вопрос. Пожалуйста, сейчас. Ну, да нет, вот немножко еды, не знаю, вода. Еще есть. Что я вижу? Да, ну, дэнсы, ничего такого. Всего доброго. Да, все хорошее. Я живу в Москве, но я родился в Энергодаре. Для кого-то ты недостаточно русский, для кого-то недостаточно украинец. Я не спал толком несколько дней. Фотографий мало, видео мало, просто рисовать мало, и нужно выходить и уже... Что говорить? Говорить нечего, и так все понятно. То есть, что ты делаешь? Тяжело готовить на кремлевской кухне. Ну, как, тяжело, он все руки в крови. Думаю, что здесь... Руками в крови мало кого можно удивить. Так и никто не удивился. Подошли, посмотрели. Ничего удивительного. Я думаю, они каждый день были здесь. Или иначе. Поэтому какой-то там парень с сотрудниками, мясорубкой, который не хочет рубить. Я думаю, дилетант. Видишь, еще это. Посмотрят на труды механические, вовнутрь пригласят, скажут, вот. Такая вот старая школа. В свое время тоже. Ручным трудом тогда перемалывали кости и плоть. Слушай, ну я могу сказать, что у меня полная фиаско. Я не могу нарубить никак. Она... Нож, видимо, все. Это как бы советского наследия нож. Это вселяет даже надежду, знаешь. Да? Но от этого не легче. Даже как-то достаточно больно. Свежая пресса. Мне кажется, я окончательно ее сломал. С чем нас и поздравляю. Ты сломал кремлевскую кухню? Мясорубку для начала. Что уже хорошо. Ну, как не символично это было, но сломалась она на свежей прессе.